По традиции, День города откроет праздник цветов. В 11 утра главная улица Оренбурга Советская от Беловки и до сквера имени Ленина превратится в одну большую оранжерею. С каждым годом горожане создают все более диковинные композиции и в этот раз наверняка снова порадуют искушенную публику. Затем праздник перенесется на Марсово поле. В 15.00 в сквере имени Петра Великого откроется новый фонтан, аналог того, который установлен около администрации Южного округа. Ну а главные торжества сконцентрируются на проспекте Гагарина. В 18.00 в СКК Оренбурге стартует 9-й по счету кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». По ковровой дорожке пройдут звезды российского и зарубежного кино. Вести церемонию будут Екатерина Гусева и Данила Дунаев. Приятным подарком станет выступление шоу-балета Аллы Духовой «Тодес». Я не забуду о тебе никогда. Ну а сразу после завершения в 8 вечера уже на улице, на площади перед СКК Оренбуржья, грандиозный концерт подарит оренбургским зрителям легендарная рок-группа «Агата Кристи». Завершится выступление Вадима Самойлова праздничным салютом. И уже после этого начинается ночной сейшн. Своего рода симбиозом Дня города и Дня кино станет акция «Ночь кино». В 22 часа в национальной деревне под открытым небом горожане смогут посмотреть фильм «Легенда номер 17». Глист, извиваешься! Защищай ворота! Как Оренбург отметил День города в стиле кино, подробный отчет смотрите в итоговом выпуске программы «Наше время» в это воскресенье в 8 вечера. Александр Ефанов, «Наше время».